Предприятие «Уралцентркомплект» представляет. Моечно-сушильный агрегат МСА-02 предназначен для мойки и сушки жести и стеклобанок всех типа размеров на консервных заводах после автоклавирования. Агрегат имеет два независимых отделения – отделение мойки и отделение сушки, выполненных из нержавеющей стали. Каждое отделение агрегата имеет свой сетчатый транспортер. Транспортеры могут располагаться как на одной линии, так и под углом до 90 градусов, в зависимости от помещения заказчика. Моечное отделение удаляет какие-либо загрязнения упаковки, например, в случае разгерметизации банки в автоклаве, а отделение сушки удаляет влагу с поверхности. Принцип работы следующий. Банка попадает на транспортер моечного отделения агрегата. Мойка производится во время движения банки по транспортеру. Вода, нагретая паром до 60-70 градусов по Цельсию, подается под большим давлением через регулируемые быстросъемные форсунки со всех четырех сторон. Отличительной особенностью агрегата является возможность регулировки всех четырех труб и форсунок под размер банки. Затем банка попадает в отделение сушки. Обдув производится во время движения банок по транспортеру. Подогретый воздух подается под большим давлением через воздушные ножи со всех сторон. В качестве источника мощного воздушного потока используется промышленная вихревая воздуходувка. После прохождения отделения сушки мы получаем банку, готовую для нанесения этикетки, маркировки или упаковки. Скорость работы моечно-сушильного агрегата МСА-02 – до 120 банок в минуту.